Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители! Приветствую вас на Ритор ТВ. Как вы по превьюхе уже и по названию ролика поняли, о чем пойдет разговор? Да, о дяде Юре. Охуенно. Дядя Юра запер. И я не могу это пропустить, так как уже давно веду эту тему. И на этот раз решил для вас также записать ролик, друзья. Так что всем приятного просмотра. Друзья, зрители, в этом ролике я говорю лишь свое мнение, свою правду, свою точку зрения. Буквально пару дней назад выходит ролик, где Гашек снимает один, без Серого, приехал к дяде Юре в деревню, а дядя Юра... Собака лает, он даже не выходит, ему похеру, ёпта. Походу в Уматень там спит, ёпта. Поддатый, не сказать, что пьяный, но поддатый. Я пью. Ролик вышел, как я уже сказал, пару дней назад, но в Инстаграме выходил маленький ролик про то, что дядя Юра забил. Это уже было, если я не ошибаюсь, 2 недели назад. Так что, друзья, все думали, это постанова, что он там пьет воду, комментарии писали к этому. Нет, это не так. Дядя Юра реально запил. Пускай, короче, пьет, я хер его знает, что делать, один хуй его не удержишь, блядь. Кое-какие слухи ходят, что и Серый запил, но к этому у меня нет никаких доказательств. Тем более, это его дело. Даже я не понимаю, зачем он кодировался. Вроде здравый пацан, сам может решить, пить ему или не пить. Тут сразу, как начался ролик, Гашек сделал обзор своей новой машины. Ладно, покажу вам сразу тачку, какую взял, новую. Все равно все увидите. Вот, Toyota Camry. 2012 год. Вот, ну, я считаю, охеренный аппарат. Вот, ну. Езжу, мне нравится, все устраивает, все офигенно. Поздравляю Гашика с покупкой, машина классная, отличная, еще раз поздравляю с покупкой. Пацаны, в общем, приехали к нему туда, в деревню, домой, а его нету, дверь закрыта. Тут открыта, там закрыта. Дверь закрыта на замок. А он где-то шароебится, колдырит где-то, вот так вот у него не проходит, и это после кодировки. Пиздец кодировки. Ушел, короче, дядя Юра, по его словам, в 5 утра. Трубы, видать, горели, пошел искать. Просил, Люб, блядь, накорми кроликов. Ты что, сам не мог, что ли, блядь? Блядь, я ушел в 5 часов утра. Пацаны проверили, кролики не кормлены. Срач, бардак, короче. А ему, он объясняет, что какая-то баба, мол, типа того, должна была убраться и накормить. Так ему же покупали эти кроликов. Он же сам хотел кроликов. Мол, типа, купите мне кроликов. Тем более, подписчики все скидывались. Канал «Хочу пожрать» Серый с Гашиком скидывались, чтобы вот это все приобрести. А теперь он говорит мне, это нахер ничего не надо. Мне нахуй не нужно, вот честно говоря. Я перебью всех. Ну мы давно поняли уже. И в холодильник нахуй. Я свободный буду. Конечно, я-то понимаю, что ему ничего не надо. И кошек ему не надо, и собак ему не надо, ни кроликов, ни курей, ничего ему не надо. Потому что это все ему мешает бухать. Друзья, это все ему мешает. Когда все убрать, ему легче будет. Пуханул, утром встал, опохмелился, упал. Встал, опохмелился, упал. Ему это ничего не надо. Ни бани ему не надо, ни беседки, я не знаю, зачем они ее строили. Может быть, просто для видосов, да, понятно. А ему, лично ему, это и ничего не надо. Он сам и говорит, что нахер мне не нужны ничего, ни кролики, ничего. Его спрашивают, зачем ты начал пить? А он отвечает, что типа меня на слабо взяли. Бля, ну на слабо взяли. Слабо выпить? Я говорю, мне никогда не слабо, нахуй. Налили
стопочку типа того, и я ее выпил на слабо. Дядь Юр, а если тебе на слабо скажут задний проход и освободи, ты тоже его освободишь, предоставишь? Постоянно он каких-то баб себе находит. То одна была какая-то неадекватная, ходила там песни пела. Теперь вторую даже он не показывает. Походу такая же. Потому что что, если нормальная была бы, он бы сам не запил. Это во-первых. Во-вторых, то показали бы ее, если бы она нормальная была. Походу такая же, вот она. Две пары и сошлись. И тут Гаши говорит, что в этом наша вина есть. Типа того, то что они долго не приезжали к нему. Ну, отчасти это, конечно, ну, немножко наша вина есть серым, блядь, потому что мы всегда долго не ездили, блядь. Хули ему тут делать-то, блядь? В чем ваша вина? Вы можете и месяц не приезжать. Если человек не должен пить, он не пьет. А если он хочет пить, он и после вашего отъезда сразу пойдет себе бутылку возьмет. Так что я считаю, что вашей вины здесь и нет. Сам человек судьбу решает. Тем более, уже, как понятливо, уже все знают, что дядю Юру не изменить. Это все уже. Сейчас кроликов не будет. Кошек, я не знаю, раздать придется, наверное. Собака тоже, хрен его знает что. Он забьет конкретно, потому что его ничего держать не будет. И будет бухать, и бухать, и бухать. И дай бог еще дом спалит. Это все. Потом обратка его ждет туда. А если ноги откажут, у него с ногами-то проблемы, все знаете. Если ноги откажут, так вообще труба. Все. Кому он нахер нужен будет? Кому? Бабам этим, которые ходят там в наушниках, поют, или которые вообще сейчас не показывают. Или каналу «Хочу пожрать», он не нужен будет. Они не смогут к нему каждый день ездить, за ним ухаживать, этой деревне. Это просто смешно, друзья. Просто смешно. На протяжении всего ролика, я не знаю, кто смотрел этот ролик, вначале он говорит, 2 дня бухает. Потом середина ролика он 3 дня бухает. В конце вообще 4 или 5 дней он уже бухает. Вот 2 дня запой. Давно пьешь-то, честно? 3 дня. Да. Сегодня пятница. 4 дня. Ну, вот. Тебе верить, ты нихуя не помнишь. 4 дня. Короче, получилось так, что он закодировался, либо не закодировался. Я не знаю. Слухи ходят, что кодировки никакой не было. Так как «Хочу пожрать» канал не снимал этого, всю кодировку. Не знаю. Честно сказать не могу, потому что доказательств у меня к этому нету. Но я говорю, комментарии читал, слухи ходят, что они вообще не кодировались. Либо если они закодировались, и тут сразу пару дней проходит, и он начинает пить. По-другому я это объяснить не могу. Да он сам уже не знает, сколько он пьет. Проходит какой-то момент, и тут дядя Юра заявляет, что в этой деревне ему скучно, делать ему нехера. Говорит, там у Пятерочки ему лучше было, типа того, то, что там общение было хоть какое-то. Блянь, ну здесь тошно, блядь. Ты сам подумай своей пьяной головой, что ты говоришь, дядь Юр. Ты чё, у тебя сейчас свой дом есть, крыша над головой есть, теплый дом есть, баня есть. Где ты раньше был? Ты посмотри на себя, то, что было раньше с тобой. По тебе опарыши ползали. О чем ты говоришь? Какая скукота? Да просто зажрался ты уже, дядь Юр, зажрался. Тут вообще до смешного дошло. Дядь Юра говорит, типа, я работаю ищу. Но результата пока ноль. Не, я работаю ищу. Работаешь? Честно говоря, я работаю ищу. Так, как результаты, да, пока нулевые. Да где он ищет? Он в 5 часов утра вышел, опохмелиться, пошел за работой, но нашел стакан. Ну чушь, ну... Ой, я уже не могу. Мне уже, я не знаю, я этот ролик смотрел, я чисто смеялся. Гашику тоже уже, я смотрю, весь ролик он смеялся, потому что это уже... Это уже, я не могу уже. Ну, друзья, ну серьезно, работу он ищет. 5 часов утра пошел за работой, нашел стакан себе. Посмотрели в холодильник, и Гашек посмотрел, там вообще ничего нету, жрать ничего нету. Ой, ёпта, тут обожраться еще можно, нет? Че? Я на такую хуйню неделю, блядь, одна, как минимум поживу. Слышь, кошатина одна, больше ничего нету. Так а че вы, одну на двоих хуярите, да и все. Слав, нет, блядь, 29 рублей пиво, банку возьми мне, пожалуйста. Вместо жрачки я одну бутылку беру, мы сейчас сынрю прямо вот здесь. Не надо, дадим бутылку. Возьми, пожрать себе это. Да я не хочу жрать. Сейчас не хочешь, потом захочешь. Поехали, ну, предложил ему съездить в магазин купить продуктов.
А тот в магазине ходит, ему ничего не надо, никакой жертвы ничего не надо. Упрашивает Гашика бутылку взять. С каких пор он так обнаглел уже? Раньше он даже слова про это не мог сказать. Теперь он, смотрите, бутылку уже просит. Купи мне бутылку. Это ему 100% повезло, то что Гашик добрая душа. Был бы серый, во бы ему было бы. Серый бы его конкретно бы. А Гашик добрая душа. Вот и выпросил бутылочку. И вмазал от души. Я еле-еле уговорил Славку, чтобы он мне купил похмелиться. Смотрите, ребят, не, это без обмана. Не пей ее проклятую. Так что, вот так вот, друзья. Дядя Юра опять пьет. Была кодировка, не была кодировка, я не знаю. Я говорю, доказательств нету. Вот такой вот обзор я для вас сделал. Высказал лично свое мнение. Но тут говорить-то много не было. Тут все понятно, все ясно. Так что, друзья, я надеюсь, что вам мой обзор понравился. Сказал я, как я и что я об этом думаю. Ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписаны. С вами был канал Риттер ТВ. Меня зовут Виталий. Всем пока, друзья.